welcome back. Today I wanted to do something new and different. I'm basically gonna do a get ready with me fully in Russian. I'm gonna, you know, I don't wanna promise subtitles. Like, I may try to do subtitles, I may not. I don't know how it'll turn out. But if you're Russian, hopefully you'll appreciate this, or if you can understand Russian or speak Russian. I'm assuming you understand if you can speak it. And if you're not Russian and you don't understand it, nor can you speak it, enjoy it. I think it will still be really fun. Also, for me, it's really good practice, and I don't even know how good my Russian is anymore. I mean, I'm fluent technically, and I can read and write whenever. It's just that, like, I only speak Russian with my parents, and when I speak with my parents, I speak like in a blend of English and Russian. I would say like 70-80% English, 20-30% Russian, just because I speak English right in my day-to-day emails. I'm reading Russian. I read in English, post in English. English is like dominates my day. All my friends, I speak to them in English, and so then when I talk to my mom or dad, my parents, I basically speak in English for the most part. So yeah, like a blend. This might be a little bit difficult. Let's just like hop on in. Сначала я начну, я буду использовать primer. Я буду использовать хороший primer. Этот мне очень нравится, или это называется база. Начну с базы, чтобы макияж остался целый день. Он пахнет как даже не знаю, как сказать по-русски, как Play-Doh. И, ну, очень хорошо работает. Потом я начну с этим Shape Tape Foundation. Я давно не ношу foundation, я только ношу тот Marc Jacobs Accomplice Concealer, или как это называется? Я фильмую мой этот Russian видео, как консилер по-русски? Корректор, окей. Ладно, nice. Использую свой корректор, но я получила это на ивент пару дней назад, и мне очень понравился. Оно, конечно, если ты его много используешь, он становится толстенький, но если ты берешь немножко, как, не знаю, вот две таких, и с этой меры жевал немножко, но с этим блендер от них, он работает очень хорошо. Его не надо вот так размазывать, его надо kind of, как, его надо... вниз... нажимать в лицо, вот так вот. Теперь я буду использовать этот Tarte Shape Tape Corrector в shade 16N, это Fairlight Neutral. Опять, это был этот foundation, и я в shade 27H, Light Medium Honey. So, я этот использую, я не буду врать, он очень толстый, но он очень такой хороший, он очень плотный. Если у тебя какие-то есть места, где там у тебя кожа, где есть pimples, тогда ты можешь закрыть очень легко, или под глазами можешь делать посветлее цвет. Оно очень такое обесвечивает тебя и очень долго на лице остается. Я использую его очень вот так вот, не знаю, если это много или немного, но я вот так просто тапаю, так здесь нажимаю. Конечно, я люблю использовать опять этот Beauty Blender, или их не Tarte, это Blender. Мне всегда нравится использовать такую спонжи. Оно такое делает airbrushed effect, конечно, потому что оно такое пористое, и потом ты такое нажимаешь, вот так хорошо к твоей коже прижимается, очень получается красиво. Теперь буду пудру использовать, это их не Shape Tape, опять пудра. Кисочкой. Ой, I almost forgot how to say brush, я забыла сказать кисочкой. Вот так кисочкой наделываю, и вот так сверху очень как... легко так сверху добавляю, чтобы оно опять не было такое толстое, а просто вот так, как будто сверху положено. Я сделаю брови не на карте, очень быстро, я не буду рассказывать как, потому что мне как занимает достаточно много времени их сделать иногда. Я просто их сейчас заполню. Я буду использовать свой бронзер, я буду использовать только маленькую кисочку. В прошлом я всегда использовала большую кисочку и так как красила очень randomly, без как сказать, contour и harsh. Контурирование, а harsh — это слишком резкие переходы. So, как сказать, что like, я не люблю делать
я люблю его, как сказать, блендать. Растушевывать. То есть, мне нравится растушевывать, чтобы оно, чтобы не было сильно... Резких переходов. О май гад. Я люблю растушевывать, чтобы не было сильно резких переходов. Я буду брать вот так. Я ставлю цвет, куда я хочу потемнее. А потом, когда я уже делаю цвет, где я хочу самый темный, потом я растушевываю вот так. И я растушевываю наверх. Потому что вниз мы хотим, чтобы было светло, раз мы делаем, мы контурируем сейчас. Мы не хотим, чтобы внизу было такое... темные. Потом для я буду контурировать свой нос, я люблю использовать крем для этого. Я использую свой этот Chanel крем, который я всегда использую. Я вам показываю вам уже каждый раз. Если вы уже не купили до этого раза, что вы делаете? Уже надо купить его. У меня видишь, сколько осталось. Я уже свою... Когда я начала красить и первый раз это купила, я до сих пор его использую. Понимаете, я покупаю новый каждый раз, я заканчиваю, потому что мне так он нравится. Вот такую маленькую кисточку. И, конечно, я просто нахожу, где свои... Где там... Где... Вы можете делать по своей... Bone. Не забыла, как сказать. Как я не могу? Bone. Свой кость. По костью как красить. По костью красить, даже не знаю, что правильно говорю. Или если вы хотите просто попрямее сделать нос, тогда рисуйте, как с этого, с бровей, вот здесь какой-то такой curve, вниз прямо. Теперь я буду делать румяна, я запомнила это слово. Я использую из этой палетки вот этот цвет вот здесь, нижний слева. Плюс сильные румяна, чтобы все знали, что мне все свое radiance выходит из лица. Глазки мы начнем использовать этот цвет, это Laura Mercier ванильный поцелуй. Так буду использовать эту палетку, в ней просто 6 таких цветов, очень красивые. Очень красивые, но у вас, наверное, похожие есть. Если у вас нет этой палетки, вам надо хорошую палетку для путешествия, я очень рекомендую эту палетку. Эти цвета вообще такие pigmented, очень красивые, очень такие сильные, хорошо на глазах остаются, хорошо растушевываются с другими цветами. Очень нравится. А если у вас есть похожие цвета, тогда можно использовать, конечно, похожие цвета. Я начну просто использовать вот эту очень такую, как бледную, такой, как кремовый цвет. И так вот получается, что кажется, что вот здесь темнее цвет, чем здесь. Ну, это просто такой эффект, когда ты растушевываешь туда, оно всегда кажется темнее, даже если используешь тот же самый цвет. Я еще добавляю опять сюда немножко, и потом, когда я растушевываю сюда, он просто кажется немножко темнее там. И также на другой стороне. Конечно, сюда. И потом, когда его делаешь сюда, кажется, что там темнее цвет. Потом используют этот такой как оранжевый матовый цвет вот здесь. Такой потемнее, потеплее, ну, потеплее матовый коричневый. Я его так отделываю, потому что он очень такой сильный цвет. И я его только делаю вот сюда. В такую, как shape английский V. Я пробую использовать английские слова как можно. Мне легче, потому что да, бывает. Вот так вот. И так, в другую сторону. Беру эту кисточку. И вот такой цвет. Вот мне так. Вот этот цвет такой красивый, что если у вас такого нет цвета, купите эту палетку, потому что она такая маленькая, хорошая цвета здесь. И это вот этот сам цвет, этот touch, который называется вот здесь, такой красивый, мне даже слов нету. Как я его использую, как почти как лайнер, просто толстый. Вот я не знаю, как объяснить. Я его не делаю на всю, на весь глаз здесь, и не делаю очень тонко. Я делаю как толстую линию, почти как если я бы использовала лайнер, но я просто его делаю толстой, и мне так нравится, как так получается. Вот так. Снизу я смешиваю вот эти два цвета и снизу делаю просто так. Я очень люблю этот тушь, даже не знаю, как называется, но как называется, Maneater Tart тушь, это маленький, но это такой хороший тушь. Это кисточка очень хорошая, он на глазах очень так, как делает твои глаза wispy и долго держится и не разделывается на лице. Подводка для губ. Вроде бы называется подводка, да? Лайнер, подводка, скажите мне. Это вообще один из самых лучших нюд подводок. Это Laura Mercier, это цвет Rosewood.
теперь мы будем использовать, не знаю, как сказать, иллюминатор или хайлайнер. Я вроде бы хайлайнер могу по-русски, да, сказать. Вот использую этот самый мой любимый, пожалуйста, купите и скажите мне спасибо потом. Я использую английские фразы и просто переделываю их в русские фразы. Не знаю, если это работает, вы скажете мне. Это в shade indiscretion. Я вот такой кисточкой использую. И вот так делаю. Я не знаю, если у меня в жизни было больше вопросов, когда я постила мою look вот этим глоссом. Я покажу здесь на экране какой-то фотография. Этот ношу уже, наверное, уже будет 4 будет неделя, только его ношу, но он такой красивый цвет, я не знаю, вот я такого никогда не нашла такого цвета, который глосс имеет такой хороший цвет и так долго держится и не такой стики. Вообще такой цвет отличный. Этот отличный. И этот, и мой другой любимый, одних из любимых, это Clé de Peau Warm Crystal, второй шейд. Это называется Hang 10, Hang 10. Все, что использовала, я сделаю линки вам внизу с цветами и как цвет и линк, и что вы могли купить, если хотите. И вот так вот получается этот макияж. Я так, это что я ношу уже последнюю неделю, и вам очень нравится, когда я постую на свой Instagram. Если вы хотите мне там добавить, я можете там добавить, мне будет линк внизу. И да, это что я буду, наверное, носить уже, наверное, в следующий месяц. Мне очень-очень нравится, как это смотрится. Я люблю эти цвета, и думаю, очень хорошо все держится долго. Это такой хороший лук для всяких ивентов и всякие вещи, которые будут делать со семьей и с влюбленными. Не знаю, как это можно сказать, с влюбленными. В английском можно сказать with your loved ones. Все, я думаю, можно так сказать, ну, типа, вы будете ходить на всякие вещи, раз скоро будут всякие праздники у нас. Thanksgiving, Christmas, Hanukkah. Да? И вот так вот. У меня волосы не сделаны, но я сделаю, наверное, скоро их, потому что я пока что не забивала. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Я очень благодарна, что посмотрели. Если вы хотите мне подписаться сюда, не забудьте подписаться. Скажите, если вы хотите больше видео в русском. Если вы хотите больше видео в русском, какие бы вы хотите видео в русском. And for those of you guys who stuck around all the way to the end, who watched this whole video in Russian, you have to tell me what you think. I literally tried my best. So many of the words, I was like, I literally don't know the word, or I don't know how to make this exact joke. It's crazy how you don't feel as, like, witty or on point when you're speaking another language, because I don't know, like, all the slang in Russian, so I feel like sometimes I want to make a joke, but I don't know the appropriate way to make it. And if you make the joke and you don't use the right slang, like, is the joke even funny anymore? Like, now you're the joke. So I hope you guys enjoyed this makeup look. Like I said, this is literally what I've been wearing on Instagram for the past week. I kind of put it together randomly after I got some Tarte goodies. And I really, really love it. I think it's so, like, it's like soft glam. It's so, like, light. I mean, it doesn't have, like, intense line or anything super heavy. It's just, like, a peachy kind of look. But it's so flattering. I think it'll be very universally flattering. It's super long-lasting. And it still has, like, the, you know, the shimmer on the eye and the gloss. So it's very, like, fun and pretty for the holiday season. I hope you guys found some inspiration. Like I said, all the products will be linked down below. All products I use, I really, really love and recommend. So hopefully this gave you, like I said, some new inspiration, some newfound excitement. Maybe you now know a word or two in Russian. And I'll teach you guys how to say goodbye. So пока is, like, a casual bye. It's like, bye. And до свидания is, like, formal goodbye. So that would be, like, до свидания would be like more formal goodbye. So of course I'm gonna say до свидания because I feel like we're formal friends. I love you guys. Я люблю вас. Я люблю тебя. Says I love you. И я поговорю с вами next time. And I'll talk to you next time. И я поговорю с вами в следующий раз. Okay, see, I mixed it together. И поцелуй. До свидания.